Всем привет! В начале октября в столице изменится несколько маршрутов наземного транспорта. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу все подробности. По информации на официальном сайте мэра Москвы, в начале октября в городе изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Изменения связаны со строительными работами. Так, с 1 октября электробусы Т-36 не будут заезжать на Станционную улицу и после Дмитровского шоссе направятся через 3-й Нижнелихоборский проезд, новый проезд у платформы «Окружная» и проектируемый проезд номер 1564А. Также миновать Станционную улицу будут автобусы номер 154. Маршрут пойдет по новому проезду у платформы «Окружная» и по проектируемому проезду номер 1564А. Затем автобусы будут разворачиваться на Ботанической улице и проследуют по своему маршруту по сигнальному проезду. Изменения коснутся и автобусов номер 238, которые будут следовать до улицы Фанвизина без остановки гостиницы ВДНХ у платформы «Окружная». Они поедут через первый Алтуфьевский путепровод в обоих направлениях после станции метро Владыкина. Далее их маршрут пройдет до конечной остановки улицы Фанвизина. На Станционную улицу также не будут заезжать автобусы номер 677К. Двигаясь к станции метро «Окружная», после Дмитровского шоссе они направятся через 3-й Нижнелихоборский проезд и новый проезд у платформы «Окружная». Автобусы проследуют на Станционную улицу в сторону платформы Леонозова, а затем прежним маршрутом, не заезжая в проектируемый проезд номер 1564А. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!